Сегодня в России отмечается один из самых популярных и известных профессиональных праздников – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Это тот самый знаменательный день советской милиции, которую в один прекрасный день переименовали в российскую полицию. Поэтому иногда День работника МВД России называют либо по старой памяти День милиции, либо отдавая дань новым веяниям – День полиции. Сегодня в киноконцертном зале «Смена» состоялся концерт, посвященный Дню полиции. В этом году ей исполнилось 100 лет. В зале собрались сотрудники правоохранительных органов разных отделов и званий, начальства, а также ветераны этой профессии. На сцене выступили различные творческие коллективы города. В течение концерта в литературных образах и художественных номерах была показана история российской полиции. С приветственными словами выступило руководство администрации, глава города, глава Рассказовского района и депутаты областной думы. Разрешите нам присоединиться ко всем поздравлениям и поздравить вас с Днем сотрудников органов дел Российской Федерации и со столетием Российской Советской милиции. В тот далекий 1917 год была создана Советская милиция. И с первого дня приступила к наведению общественного порядка. Сегодня мы празднуем 100-летие органов внутренних дел. Вот практически на концерте весь экскурс в истории был произведен. Начиналось это все после декрета министерства, о создании министерства и до наших дней. Ну, наверное, я думаю, что жители города Рассказова, жители Рассказовского района, будет интересно узнать, с какими результатами Рассказовское подразделение подошло вот именно к этому празднику. Поэтому могу сказать, что Рассказовский отдел находится, занимает лидирующее место среди всех отделов в области. Меньше регистрируется преступлений, раскрываемость выше, чем по области, составляет 82%. И хотелось бы сказать большое спасибо представителям Следственного комитета, прокуратуры, которые внесли очень серьезные вклад вот именно в наш результат. Ну, а личному составу хотелось бы пожелать здоровья, счастья, терпения. Их семьям тоже хотелось бы, чтобы они понимали, что наша работа, она связана действительно с риском для жизни. Многообразие творческих жанров, оригинальность и высокое исполнительское мастерство позволит творческим коллективам ярко и красочно выразить свою любовь и почтение к тем, кто охраняет покой граждан. Концерт завершился поздравлениями и вручением наград лучшим сотрудникам полиции. Николай Теплов, Михаил Брыксин, Новости ТВ рассказывал.